В Ульяновске ансамбль песни и пляски донских казаков представил новую программу «Едут-едут по Берлину наши казаки», посвященную предстоящему юбилею – 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ульяновск стал третьим городом, где ансамбль показал ее. Та программа, которая будет сегодня, эта программа для нас эксклюзивная. Мы крайне редко поем авторские песни, и ну, это вот дань этой дате, этому событию, которое будет праздноваться в следующем году. А вообще наш коллектив, конечно, это традиционные казачьи песни исполняет, и программы, они все построены на репертуаре донских казаков. Основой концертных программ коллектива являются народно-песенные традиции Донского края. Могучая лирика казачьих песен, захватывающие пляски, которые создавались с учетом характерных особенностей хореографической культуры Дона. Коллектив был создан в 1936 году. На протяжении многих лет его художественным руководителем был народный артист Российской Федерации Анатолий Николаевич Квасов. Ныне ансамбль носит его имя. А художественным руководителем ансамбля сегодня является Александр Буйвол, ученик Квасова и достойный его преемник, который продолжает дело, начатое учителем. Больше 20 лет проработал солистом в ансамбле с Анатолием Николаевичем Плечом. Друг с другом так вот мы дружили. Ну, так получилось, что вот видите, время постарел, ушел от нас. Ну, мы чтим его память и продолжаем его дело. Его супруги Раисы Ивановны, она была хормейстер нашего коллектива, ездили в экспедиции, собирали очень много материала. До сих пор еще некоторые даже не расшифрованы, есть у нас бобины. Там столько, действительно, Наталья Николаевна сказала, на всю жизнь хватит и на нашим потомкам. Вот так они трудились. На сцене Ленинского мемориала прозвучали не только песни донских казаков, но и знакомые всем песни военных лет. Ульяновский зритель очень тепло встретил ансамбль. Каждый номер ансамбля донских казаков сопровождался аплодисментами. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.